Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые подписчики. Сегодня мы с вами на историческом месте. Это локомотивное депо бывшее, сейчас тепловозоремонтный завод. Станции Кушмурун, целинной железной дороги. Ну, это когда-то было. Но все так как бы и осталось с тех далеких времен, когда это было паровозное депо. С 1941 года у нас вот паровозное депо, потом тепловозное и так далее. А сподвигло на это видео паровоз. Основа когда-то Кушмуруна. Когда-то 50-х, 40-х. Молодые помощники эти. Машинисты, слесаря, на работу инженеры. Здесь работать вот по этой вот дороге. А уходили. Порой я хочу вам показать вот паровоз, да, который до сих пор сейчас сентябрь-октябрь 2020 года, который до сих пор на ходу. Это ЛВ-0522, паровоз, который был построен в Ворошиловграде и на постоянно приписан в Кушмуруне. А вот в 88-м где-то году его забрали в Москву, и он долгое время простоял на казахском вокзале. В то время главным инженером локомотивного депо станции Кушмурун работал Зарядко Валентин Степанович. Вот, с его видео. Начинали все сюда идти, понимаешь? И ты ж на работу пришел оттуда. Там... Сейчас он приписан к Московской железной дороге. ТЧ-16. А построен был этот паровоз 1956 года. И вот с тех времен до 88-89 года он был, работал в Кушмуруне. Водил пассажирские поезда, а потом на промывке, по-моему, работал. То есть, ну, был в таком горячем, как говорят паровозники, состоянии. И вот его в 89 году усилиями Жаринова и Семенова передали в Москву сортировочную. То есть они вот с Кушмуруна до Москвы вели этот паровоз, и потом он был установлен на тупике на ЖД вокзале, Казанском вокзале. В 2015 году участвовал в экспозиции на 5-м международном железнодорожном салоне Экспо, вот, Щербинка, 2-5 сентября. В 2017 был отправлен в депо Сухаревской северо-кавказской железной дороги, а с 2018 года передан в депо Санкт-Петербург Финляндский Октябрьской железной дороги. И вот он сейчас как, наверное, как какой-то памятник, что ли, но рабочий, действующий. Частично об этом поведал Николай Николаевич Измайлов. Ему довелось поработать на всех видах тяги. Вот, с 62 года по 67 он работал в депо Кушмурун, тогда Казахская железная дорога. На фото паровоз рядом с Казанским вокзалом когда-то был заброшенный потом. А вообще в память нашим паровозникам вот это видео я посвящаю своему отцу Каталевич Афанасию Еремеевичу, который с 40-х, 41-го на железной дороге проработал все виды транспорта, начиная от паровозов и заканчиваю электровозами. Всем паровозникам, всем локомотивщикам. Вот в память паровозникам, в память железнодорожникам как раз вот это небольшое видео. Ну и вот этот наш красавец Кушмурунский, который сейчас по ленинградским железным дорогам водит
и составы, и вот пассажирские вагоны, как бы своего рода туристический такой вот поезд. Согласитесь, это очень здорово. Вот как-то так. Всем спасибо и всего-всего доброго. Подписываемся, ставим лайки. Пока-пока.